Всем привет, с вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сейчас покажу вам дыню. У дыни формируется урожай на пасынках третьего порядка. Дыню надо прищипнуть на 4-5 листом, и потом она даст пасынки. Вот смотрите, один пасынок, там второй, вот этот верхний. В общем, тут 4. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь 6 пасынков. Ну, я думаю, 3 я оставлю. 3 или 4 оставлю. И вот потом уже на пасынках вот этих пасынков, то есть вот здесь вот, будут цветочки с дынями. Их надо будет опылять вручную. Ну, желательно опылить вручную. И вот тогда будут дыньки завязываться. Арбуз вот формируется в один ствол. Но многие говорят, что вот на арбузе, на пасынках урожая не бывает. Если вы случайно отломили у арбуза макушку, то совершенно спокойно вы можете перевести его на пасынок. Дальше он будет расти, также цвести и также завяжется на нем плод. Но вот с дыней обязательно надо прищипывать и обязательно переводить ее на пасынки. Потому что на центральном стволе, как правило, вот вроде дынька будет, как правило, не завязывается урожай на пасынках у дыни. Все, всем пока!